Шмырин Роман, 6-й В класс. Отрывок из поэмы Некрасова «Крестьянские дети». Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везучая хворост увоз. И шествуя важно, в спокойствии чином, лошадку ведет под усцы мужичок. В больших сапогах, полушубке овчином, в больших рукавицах, а сам с ноготок. Здорово, парнище, ступай себе мимо. Уж больно ты грозен, как я погляжу. Откуда дровишки? Из лесу вестимо. Отец, слышишь, рубит, а я отвяжу. В лесу раздавался топор дровосека. А что, у отца-то большая семья? Семья-то большая, да 2 человека. Всего мужиков-то в семье... Отец... Всего мужиков-то отец мой, да я. Так вот оно что. Как звать тебе? Власом. А кой тебе годик? 6-й миновал. Ну, мертвые! Крикнул малюточка басом, рванул под усцы и быстрее зашагал.